Комитете государственного контроля Гродненской области подвели промежуточные итоги по контролю за деятельностью аптек в вопросе регулирования цен на лекарственные средства. Проверки по этой теме начались в начале года. Поводом послужили звонки на горячую линию с жалобами на отдельные аптеки, в которых серьезно взлетели цены на лекарственные средства. В итоге контрольными мероприятиями в регионе было охвачено 20 аптечных сетей частной собственности и одна государственная. И хотя не обошлось без замечаний, в целом к вынесенным по результатам проверки предписаниям большинство аптек, за некоторыми единичными исключениями, прислушалось. Как показывают наши результаты, уже промежуточные полученные, в ряде случаев в аптеках цены снижены. Цены снижены в некоторых даже от 10 до 30%. И это мы отмечаем как положительный такой, как говорится, показатель и показываем примером для всех остальных частных этих аптек. Также на особом контроле остаются те аптеки, у которых цены остаются неизменными или они снижены достаточно не на должном, как говорится, уровне. Таким аптекам у нас направляются по следующим рекомендации для принятия мер реагирования. Вместе с тем, одна сеть аптек своевременно постановление не выполнила, и ее деятельность на некоторое время была приостановлена. Кроме того, замечания были к аптекам и в вопросе соблюдения фармацевтической деятельности. Однако все же добросовестных аптек было больше. В ходе мониторинга нами была проведена проверка или мониторинг ряда аптек совместно с Комитетом государственного контроля. Необходимо отметить, что явных нарушений, завышения цен нами не было выявлено. Были допущены незначительные изменения цен, которые были обусловлены тем, что цена установлена была до выхода этого распоряжения. Поэтому на сегодняшний момент ситуация в наших аптеках является контролируемой и не вызывает каких-то опасений.